риск подачи тепла. Такая задача сейчас стоит перед подрядчиками, которые ремонтируют систему отопления в многоэтажках по программе капитального ремонта. В этом году в Чебоксарах батареи должны стать горячими раньше, чем обычно, уже 21 сентября. Соответствующее постановление подписал сегодня глава столичной администрации Алексей Ладыков. Дом номер 5 по улице 324 стрелковой дивизии в Чебоксарах. По контракту закончить ремонт системы отопления здесь должны до середины октября. Однако синоптики прогнозируют холода уже в конце сентября. Так что подрядчик планирует завершить все минимум на 2 недели раньше. Впрочем, даже если доделать все не успеют, держать жильцов в холоде не будут, обещает руководитель фонда капитального ремонта. В любом случае, даже при начале отопительного сезона, ни один многоквартирный дом без тепла не останется. То есть в течение суток подрядная организация тепло в дом запустит, и потом уже будет на совместно с собственниками решаться вопрос продолжать данные виды работ в этом году, либо перенести на послеотопительный период. В этом году в Чувашии заменить систему отопления должны были в 64 многоэтажках. Сейчас работы идут в 6 домах. 5 из них в Чебоксарах и 1 в Шоршилах. Нередко заминки возникают из-за самих собственников квартир. Есть моменты с собственниками, которые не хотят пускать. То есть у них там сделан свой ремонт, не хотят, чтобы портился ремонт. Но в любом случае заменять трубы необходимо, потому что дом 76-го года, в этом доме ни разу не проводился еще капитальный ремонт. Отчасти понять жильцов можно, но все же, если из-за накипи в старых трубах весь стояк перестанет прогреваться или они дадут течь, неудобства будет гораздо больше. Что касается дома по 324-й стрелковой дивизии, жалоб пока нет.